А между тем эпидемиологи говорят, что пик еще не пройден, поэтому в Хакасии разворачиваются дополнительные койки для больных коронавирусом. Таково требование Минздрава России. Сегодня для больных COVID-19 в республике организовано 330 койко-мест. На данный момент этого достаточно. Лечение в стационарах проходит лишь половина заболевших. Это порядка 150 человек. Однако в случае увеличения количества зараженных, имеющихся мест может не хватить. Поэтому до конца недели в медучреждениях Хакасии будет организовано еще 200 коек для ковидных больных. Специализированные отделения откроются в Абаканской и Саиногорской больницах, а также в республиканской офтальмологии. Как сообщают в Минздраве, эти новые койки будут предназначены для тех, у кого болезнь протекает без симптомов, либо в легкой форме, то есть для тех, у кого нет возможности соблюдать режим самоизоляции и лечения в домашних условиях, а также для пациентов, имеющих хронические заболевания, которые могут обостриться из-за коронавируса.